20-летие модного дома «Я», предприятия, основанного хрупкой женщиной с тонким вкусом, это не просто круглая дата. За два десятка лет сотрудники коллектива будто бы прожили не одну жизнь. Менялась мода, менялось отношение к российскому дизайну, но неизменным оставалось желание одних людей одеваться красиво, а других эту красоту создавать. Есть люди, которые говорят: «Я похудею, и тогда я приду». А есть люди, говорят: «Я хочу сейчас». Ну ладно, хорошо, я поправилась. Но я хочу сейчас. Ладно, я похудела, но я хочу сейчас. Это вот наши клиенты. Они хотят в любое время своей жизни быть красивыми. Праздник по случаю юбилея оказался семейным, ведь и в названии предприятия есть слово «дом». Дом для женщин. Тут всегда тепло, уютно, тебя привечают. И чувствуешь себя здесь как дома, реально. Стоит посетить, несомненно. Это очень интересный захват, чудотворчество. Попадают в руки профессионалам. Пять. Кто больше? Они хотят, два с половиной. Большинство заказчиц модного дома «Я» пришли сюда вслед за подругами и задержались здесь на долгие годы. Сколько лет я сюда хожу? Ну, сошлись где-то лет на 17. 20. Самые такие значимые наряды я тоже шила здесь. Это платье себе на юбилей. И первое концертное платье для дочери. Мы приглашаем нашего тёплого Ярослава Бердникова, наши аплодисменты. А это моя подруга. Мне очень понравилось, поэтому собралась и пришла. Это был тренчик такой, он даже жил до сих пор. Подруги здесь работают, и меня всегда хозяйка модного дома, мы с ней учились вместе. Познакомила меня подруга, она здесь очень много шила нарядов себе. По совету друзей. Платье, я, по-моему, в отпуск собиралась, это были какие-то сарафаны. Меня привела сюда подруга по рекомендации, так скажем, ну как это зачастую делается, да. Мне сразу понравилась команда, очень грамотный подход, очень тонкое чувство вкуса девочек, да. И в тандеме у нас всегда получаются очень хорошие вещи. У меня она до сих пор жива, эта вещь, я ее храню. Это была юбка такая шерстяная, красивая, и куртка. Что касается бизнес-плана компании, то он, как и все в нашей жизни, может поменяться в любой момент, но это только в нюансах. Основной же путь развития давно определен и в ближайшие 20 лет останется неизменным. Наша позиция всегда одна. Мы должны быть красивыми, мы должны быть модными, и наши художники должны обязательно подстраиваться под желания наших клиентов. Я пожелаю модному дому процветания. Главный трофей – это сертификат, который мы утвердили на 20 тысяч рублей. Услуги модного дома «Я». Чтобы были клиенты новые, старые, не уходили. Позитивных, наверное, клиентов. Таких, как ты. И видеть клиента, чувствовать его, дать ему именно то, что сделает его еще лучше, подчеркнуть его индивидуальность, особенности. Фееричного чего-то в этом модуле, да, чтобы у них этот год запомнился чем-то таким светлым, новым, скажем так. Да, это для компании, которая 20 лет на рынке, тоже немаловажно. Приходите, вас здесь полюбят.